Следующий наш доклад – это рассказ Ильи Степанова. Илья Степанов – наш соотечественник, который уехал в Вальдорф работать. Сейчас он работает в команде, которая занимается развитием и продвижением SAP CPI. И, Илья, как только начнешь, пожалуйста, расскажи о себе и чем ты занимаешься, точнее, потому что я не совсем понимаю, как тебя представить. Спасибо. Да, добрый день. Надеюсь, вы меня видите, слышите. Да, меня зовут Илья, я работаю в Германии в Product Management Integration Suite. Я начал в Германии работу как разработчик PI, PO, там, в Integration Director, это в Swing такая была, редакторы. Вот. А потом я стал заниматься Cloud Integration, и сейчас я работаю в Product Management Integration Suite, занимаюсь техническими вопросами, общаюсь с внутренними заказчиками по поводу использования CPI, различные вопросы, архитектура, как лучше использовать, какие есть варианты, те или иные вот сценарии, как реализовывать. И когда что-то там тоже не работает, то пытаюсь тоже помочь, чтобы это все заработало. Вот. Поэтому я такой более технический специалист и уже довольно давно, к сожалению, занимаюсь PI, потому что очень много тоже у нас работы с Integration Suite. Вот. Но вот сегодня я очень рад, что могу вам немножко рассказать про PI. В принципе, я использую презентацию Уда Пальцера и Александра Буншева, то есть я с ними связался, и вот вам расскажу то, что текущая вот ситуация с ПО, и какие у нас будут рекомендации, какая вообще картина в будущем, что мы планируем, как вообще двигаться в будущем. И я думаю, что вот очень классное было вступление у Дмитрия, вот эти вопросы по поводу стратегии. Я немножко расскажу вот как бы такую стратегию интеграции в SAP чуть-чуть, и как вот мы планируем вот этот переход из PI в Integration Suite. И тоже по поводу обратной связи тоже у меня будет большая такая часть, какая обратная связь у нас есть, как вы можете влиять на наш roadmap и так далее. Вот сейчас я попробую сделать share screen. Так, надеюсь, вы видите мой экран. Да, коллеги видят твой экран, да. Саша, все хорошо. Супер, значит. Так, видно, да, я вижу, что все хорошо. Да, вот агенда, то есть сначала немножко про стратегию, карта развития, какие дальнейшие, что дальше будет за PI, как долго он будет поддерживаться, какая обратная связь. Так. Вот, ну, выступление Дмитрия, то есть действительно вот я представляю наш интеграционный отдел SAP, и у нас большой опыт, и как Дмитрий тоже уже сказал, что 70% наших интеграций SAP-овских клиентов, они связаны с third-party system, то есть это не монолитная интеграция между SAP-овскими продуктами, очень важно, чтобы мы интегрировались с другими приложениями. Уже треть клиентов PO уже тоже имеет Integration Suite. И, конечно, видимо, это будет расти в дальнейшем. Вот. Ну и планы, конечно, вот это развитие Integrated, Multi-Cloud, то есть все перевод в Cloud и в гибридные deployment. Вот это тоже большой такой overview, стратегия SAP по поводу интеграции. Вы можете прочитать нашу статью от CTO, от Юргена Миллера. Вы видите SAP Business Technology Platform внизу, как бы платформа для всего, и вот наш Integration Suite находится как такой важный блок, который позволяет соединить все приложения SAP-овские и не SAP-овские. Ну, то есть мы находимся в центре как бы стратегии SAP и стараемся ее развивать. Дальше. Так, извините, у меня тут. Да, ну вот еще слайд по поводу того, что очень важно, что у нас была открытая экосистема, что мы занимаемся не только интеграцией SAP-овских приложений между собой, но и не SAP-овских. И
интеграция важна и премис приложение, и клауд. То есть все возможные сценарии, мы стараемся все возможные сценарии закрыть. Сейчас, конечно, у нас в основном фокус на cloud-to-cloud или on-premise-to-cloud. А, собственно, вот интеграция, которая находится только on-premise, с помощью интеграции сеть невозможно реализовать, только с помощью PO. Но в этом тоже идет направление, наш roadmap тоже так, двигается тоже в этом направлении, что мы расширим integration suite на on-premise integration тоже. Немножко структуру наш integration suite. Это cloud-продукт. Если мы начинаем, может быть отсюда, из компонент, который состоит из различных, в принципе, независимых продуктов друг от друга. Все они объединены как под таким зонтиком Integration Suite. С точки зрения лицензий, контрактов, это тоже немножко по-разному. Некоторые продукты входят в продукт, который называется Integration Suite, но некоторые продукты должны лицензироваться отдельно. Вот главный, наверное, продукт, о котором надо сказать, это Cloud Integration, CPI, назывался в прошлом. Это как бы аналог PI в клауде, позволяет создавать message-based integration. Если речь идет о монетизации коллов, о создании всяких сценариев, связанных с security integration, когда можно делать retail sign-on сценарии, и когда необходимо их открыть, то вот здесь есть у нас продукт, который называется API Management. Кроме того, у нас развивается направление, называется Integration Advisor. Это такой специализированный продукт для создания мэппингов. Особенно удобно, чтобы это было мэппинги создавать для B2B сценариев, когда огромное количество различных интерфейсов и большие отличия. Тут можно было легче понять, какой мэппинг в данном контексте нужно использовать. Для этого есть Integration Advisor, и результаты этих мэппингов можно использовать и как в Cloud Integration, и как в On-Premise PO. Для связи с большим количеством third-party application, для которых нет встроенных адаптеров в Cloud Integration, мы предлагаем Open Connectors, продукт, который позволяет больше 150 коннекторов использовать для продуктов типа всяких third-party CRM, логинг систем и так далее. Вот. И здесь идет речь. Дальше у нас есть Event Mesh. Это раньше этот продукт назывался Enterprise Messaging. Этот продукт позволяет создавать интеграцию с CRP, если в ERP создается какое-то событие, создается какой-то purchase order, или что-то меняется, ERP создает event, и на этот event можно подписаться и создать какой-то action. И в том числе можно использовать это как напрямую, можно тоже подключить через Cloud Integration. Вот. С точки зрения дата-центров, у нас мы начинали все с дата-центров, которые были разработаны SAP, NEO дата-центры, как вы все знаете, сейчас у нас в основном 100% идет стратегия, это то, что мы развиваемся в сторону хайперскейлеров Amazon, Microsoft, Google и IBM. Как бы все новые продукты предлагаются только на Cloud Foundry, только на дата-центрах, которые работают не саповские дата-центры, не на... Так, что еще хотел сказать. Вот в чем еще основное такое очень важное преимущество Cloud Integration, в отличие от других интеграционных продуктов, других фирм, это наш так называемый Netflix for Integration. То есть очень большое количество отделов SAP, они разрабатывают контент для интеграции, вы можете его просто загрузить в вашу CPI-систему бесплатно и установить, и использовать, ничего разрабатывать.
используете Outsourcing, как бы Netflix, или что просто подписываетесь на этот CPI, и вы можете использовать любой контент. Еще одна как аспект, то, что на основе технологии Cloud Integration внутренние клиенты создают уже сервисы, предполагают эти сервисы клиентам. То есть сервисы не лицензируют не Cloud Integration, а уже непосредственно сервис, который представляет вот эти вот LOB. То есть здесь Multibank Connectivity, Ariba. У Ariba есть свой портал, через который можно обмениваться данными и так далее. Это тоже технология, это развивается на основе CPI. Так. С точки зрения дата-центров, видите, мы по всему миру предоставим. У нас есть дата-центр по всему миру. Что касается России, у нас есть только нео-дата-центр. То есть это не Cloud Foundry, тоже это была затронута тема Дмитрием. В данный момент мы не можем. У нас нет дата-центров в России, которые представляют Integration Suite, но в качестве исключения можно лицензировать, покупать на нео, потому что Cloud Integration, в принципе, он одинаковый, что на Cloud Foundry, что на... Так. Теперь давайте поговорим про roadmaps. В принципе, тема была roadmap process orchestration. Что можно сказать? Два раза в год выходит SP, и, как вы видите, в roadmap, в принципе, довольно небольшое количество новых топиков, в основном они связаны с с тулом, который тестирует интерфейсы в PO, и небольшие изменения в аутентикации различных адаптеров и использование улучшения в SFTP. Потому что в основном никаких новых фич в процессе orchestration не разрабатывается, не планируется. И планируется переход на миграцию на Integration Suite. Вот. Если тут есть слайд еще про Integration Suite. Просто для сравнения, вы видите, здесь огромное количество всяких разных топиков, разбиты на те компоненты, про которые я говорил. Вот. Поэтому как бы новых больших свитч ожидать не приходится, но тем не менее, что важно сказать, что есть рекомендация, что делать текущим пользователям PI. Самое главное, что текущий релиз – это 7.5. Сейчас я вот расскажу. Значит, три момента, которые я хочу сказать. Это первое, что все пользователи PI, им рекомендовано мигрировать на 7.5, потому что этот релиз будет поддерживаться до 2027 года, а расширенная поддержка будет проводиться до 2030 года. И в настоящее время никаких других релизов, предыдущие релизы, они все уже не поддерживаются. Вот. И то есть первая рекомендация, которая делается, это миграция на 7.5. Вот. И когда вы мигрируете на 7.5, тоже лучше мигрировать на Java only stack. Вот здесь по ссылкам вы можете тоже узнать, какие детали, потому что Алекс Буншев опубликовал блог, каким образом, какие есть варианты миграции на Java only. Есть tool, который есть в PI. Но я думаю, что, в общем-то, если вы активно занимаетесь, вы все это знаете. Просто хотел подчеркнуть, что 7.5 будет поддерживаться до 2030 года. Второй пункт, который важный, это вот SAP рекомендует новый сценарий возможности разрабатывать с помощью Cloud Integration. И в PI есть возможность задеплоить runtime от CPI, то есть вы можете в своем PI-стеке уже использовать Cloud Integration сценарий и пытаться использовать эту технологию для того, чтобы новые сценарии уже были изначально сделаны с помощью технологии Integration Suite. Потому что в дальнейшем мы планируем предоставить on-premise deployment для Integration Suite. И все те сценарии, которые вы разработаете сейчас с помощью Integration Suite, в
вы можете в будущем просто портировать на новый рантайм, который будет установлен on-premise. Вот. Третий пункт – это, да, вот, потому что другого релиза, нового релиза этой игры не планируется, и поддержка будет закончиться в 2030 году. Соответственно, все сценарии, которые есть сейчас, SAP рекомендует переводить на Integration Suite и начать с тех сценариев, которые, очевидно, подходят уже к текущей Integration Suite. Это Cloud to Cloud или Cloud on-premise. Вот. И есть блоги от Алекса Буншу, и есть Integration Flow Guidance, который описывает различные паттерны в PO и как их переводить на Integration Suite. Вот. Эта картинка, как будет в будущем, как мы планируем дальше развивать Integration Suite. То есть в настоящее время у нас есть только Integration Suite, который находится в клауде, то есть все, что и единственный connection, который у нас есть в on-premise, это Cloud Connector, который вы устанавливаете, он создает такой туннель, и через этот туннель можно соединяться с on-premise системой. В будущем мы планируем на основе Kubernetes создать так называемый integration cell. Это будет сервер, который Kubernetes кластер, который можно будет устанавливать on-premise, и который будет обеспечивать функциональность integration suite runtime. Планируется, что редактирование, design time будет весь находиться в клауде, а в on-premise мы можем загружать наши iFlow точно так же, как они сейчас загружаются в PO, в Cloud Integration Runtime. То есть тот runtime, который от Cloud Integration загружается в PO, примерно то же самое можно будет делать в будущем на основе нового Hybrid Integration Cell. Вот, и поэтому, если у вас изначально уже есть сейчас iFlows, то это, в общем, хорошая идея, потому что в будущем эти iFlow можно будет дальше использовать вот в новом runtime. Вот. Вот, это что касается как бы стратегии и roadmap, то есть как это будет все развиваться и какие рекомендованные экшены. Теперь я хотел немножко поговорить, каким образом вы можете тоже влиять на roadmap и на нашу стратегию. Четыре пункта, которые у нас есть. Это Customer Influence Program. Это такая новая программа. Ну, она не такая новая, но не так давно она началась, когда вы можете создавать ваши заявки на те фичи, которые вы хотели бы видеть, и происходит обсуждение этих фич, отбор, и потом планирование и реакция. Customer Engagement Initiative. Вы можете тоже подписаться на Customer Engagement Initiative и получать доступ к различным новым разработкам. Есть 16 топиков по этому поводу, и вы можете просто проходить, как бы тестировать, и у вас будет возможность давать фидбэк на новые разработки непосредственно как бы с командой разработчиков. Кроме этого, есть Voice of Customer. Раз в месяц наши кастомеры могут, то есть один раз в месяц кастомер приходит и создает презентацию, рассказывает о своем опыте использования наших продуктов. Вадим Климов тоже был, вот он тоже здесь, видел. Сейчас он подключился, вот он тоже рассказывал о том, как используется Integration Suite или API. Вот вы можете тоже рассказать ваш опыт, ваш фидбэк, и он, в принципе, этот митинг, вы можете... То есть все руководители Integration Suite, они все находятся в этом митинге, они все услышат ваш фидбэк. Вот, и еще есть другая коллаборация, а я, к сожалению, ничего не могу рассказать подробно. Так. Да, немножко о Customer Influence Program. То есть это такой
программа, которая только не только в Integration Suite делается, она делается по всему SAP, насколько я понимаю. Есть такие как бы строгие правила, как это должно происходить с точки зрения планирования, то, что какой процент заявок должен быть реально учтен в roadmap. Вот вы видите результаты. Проходили несколько уже циклов, и вы видите, что большое количество запросов учтено в разработке. К сожалению, многие запросы, как вы видите, как бы оценены, что это будет только очень нескоро, после 12 месяцев, но все равно какая-то существенная часть заявок, она все-таки учитывается довольно быстро. Вы видите, что в течение там, полугода какая-то значительная часть заявок будет реализована. Немножко про то, какие заявки. Видите, что в основном подавляющее большинство заявок, то, что мы сейчас получаем, это связано с Cloud Integration. Эта программа не проводится для PO, потому что, опять же, нет никаких планов что-то сильно развивать, поэтому никаких новых фич больших не планируется, поэтому мы делаем это только на то, что на Cloud Integration Suite. Топики, которые мы... Да, Custom Image Initiative, это, как я сказал, вы подписываетесь на несколько топиков, которые вы хотите, 16 топиков. Вы получаете возможность тестировать наши продукты. Если какие-то действуют новые идеи, новые планы, то происходит митинг, и девелоперы, разработчики рассказывают о том, что планируется, можете непосредственно давать свой фидбэк, и это будет учитываться. Вот на основе того, что мы на наш roadmap, немножко по Integration Suite, то, что мы хотим сделать, важные вещи в Integration Suite в будущем, это увеличить количество этот Netflix Integration, как я сказал, что есть контент, который вы можете загружать в Integration Suite, и вот это все будет увеличиваться, в том числе будет увеличиваться количество адаптеров, которые мы предоставляем, и контент. Следующий пункт – это сейчас идет разработка уже вот этого hybrid deployment options. Это то, что я рассказал, когда можно будет использовать ground-to-ground сценарий, можно будет Kubernetes-кластера запускать iFlows on-premise. Дальше у нас есть новый сервис, называется Trading Partner Management. Он разработан с учетом миграции текущих PI-кастомеров, в которых этот сервис тоже есть, так, чтобы у людей, которые используют FPO, была возможность перейти на Integration Suite, будет тоже Trading Partner Management. Вот. Дальше мы развиваемся на... Сейчас у нас есть... Мы поддерживаем Ali, Amazon и Microsoft, и планируется в скором будущем тоже поддерживать Google. Мы очень тут много других таких топиков. Я думаю, что не имеет смысла сейчас о них всех рассказывать. Вот. Так что у нас большие планы все это развивать. И я вас тоже... Если кто не знает, есть каждый месяц происходит апдейт. Мы рассказываем о том, какие у нас есть новые фичи. И два раза в год здесь тоже рассказывают, в этом митинге тоже рассказывают о том, что происходит в PI, потому что релизы PI выходят только два раза в год. Вот. Но опять же, в этом митинге то есть и слот про PI, и все фичи, которые связаны с Integration Suite. Здесь тоже рассказывается основные фичи. Вы здесь тоже можете задать ваши вопросы, и на них эксперты ответят в следующих выпусках. Вот, я
В общем-то, наверное, все, что я хотел, подготовил. Я думаю, что еще есть какие-то вопросы, я буду рад, попытаюсь на них ответить. Вот, спасибо. Спасибо, Илья. Сейчас мы попробуем собрать вопросы. Так, коллеги из зала, готовьте вопросы. А пока, Илья, можно вернуться к слайду, где integration cell? Я попробую некоторые, хотел бы, нюансы, если можно, уточнить. Вот, да, вот этот слайд. Вот этот вот hybrid integration cell, это будет внутри Kubernetes планируется, да, где-то устанавливаться или как? Да, да. То есть это будет сбоку от Netweaver, да? Да, конечно. Ага. А это как-то будет технически развертываться, тоже скачиваться с такими же каналами скачивания, как сейчас есть. Мы также будем запускать инсталлятор какой-то. Это как OpenShift будет какой-то или какой-то продукт, который Kubernetes управляет? Я, возможно, тут терминологию путаю, но какой-то там базис этого Kubernetes будет какой-то отдельный? Или это поставляемый SAP-ом Kubernetes какой-то? Точно, я вам не могу сказать. Я знаю, что это будет управляться все с клауда, то есть вы устанавливаете продукт, и все, что связано с апдейтом софта, который здесь будет происходить, он будет весь управляться с помощью клауда. То есть вам не нужно, вы не должны будете сами там все делать. То есть это идея такая, что мы все-таки будем все обновления, все мы будем этим заниматься централизованно из клауда. А Cloud Connector тоже можно будет туда воткнуть? Или он будет пока отдельно, или по это еще нет каких-то деталей? Cloud Connector, он как бы отдельный продукт. Он, я думаю, что его не надо, он, наверное, будет не нужен, по идее. Так, если так big picture, то, наверное, он не нужен, потому что если мы уже в краунде, то он, наверное, не нужен. Но в деталях сложно сказать, потому что Cloud Connector, он коннектится к определенным регионам. То есть вы, когда его запускаете, Cloud Connector, вы сразу видите, какие есть регионы, он может только туда коннектиться. А я не думаю, что у нас в ближайших планах создать такую вот систему, что Cloud Connector может коннектиться сюда. Нет, нет, конечно, я не имею в виду, что он в землю будет коннектиться. Я имел в виду просто, раз мы уже эту интеграционную клетку на земле развертываем, то, может быть, туда заодно поставить и Cloud Connector, чтобы он там стоял и администрировался. Только про это был вопрос. А, окей, я вот так еще, наверное, это не могу точно сказать. Я могу уточнить. Но я думаю, что это еще бета, и я, наверное, что очень сложно еще говорить о финальных каких-то таких планах. Ну, уточню. Сам Cloud Connector работает отлично, в общем-то, мы его и снаружи можем где-то запускать. А еще вопрос про нумерацию. Известно, что там будет после 7.5? Такой наивный вопрос. Будет 7.6, будет 8.0, или пока нет нового Netweaver, про это еще рано говорить? Вот план такой, что его не будет. Угу. То есть, не помню, где у меня был слайд. План такой, что из-за того, что Java 8 будет поддерживаться до 2030 года, Netweaver будет поддерживаться до 2030 года, а после вот не будет поддерживаться. Поэтому, собственно, и предполагаю, и рекомендуется всем пользователям постепенно переходить на Integration Suite, просто потому что сейчас не планируется дальнейшего релиза Netweaver. Понятно. Так, давайте еще вопросы из зала, если есть. Поднимайте руку, я подойду. Ну, тогда вопросы из чата. Так, я сейчас немножко чат. Можете прочитать, потому что я, честно говоря, не совсем понимаю, где чат находится. А Ринат, попробуй прочитать, пожалуйста. Да, Илья, давайте прочитаю. Макс Куренков спрашивает, будет ли возможность расширять функциональность CPI наподобие того, как это происходит в PI с помощью модулей в адаптере? Ну, в CPI есть возможность написать свои собственные адаптеры. И это очень мощный механизм. Вы можете все что угодно имплементировать в этом адаптере. Пока что есть еще были планы о том, чтобы кроме адаптеров можно было делать свои компоненты. Но пока я точно не могу сказать, как-то в последнее время ничего не видел в этом направлении. Но вот адаптеры, конечно, можно писать. Адаптер-модули, в принципе, они такие
вот именно как адаптер модуля такого не планируется. Да, то есть это будет адаптер, как бы свои адаптеры надо делать. Илья, а бины мы сможем писать в CPI? Там технически же много в виде бинов представлено в CAML, но мы их не можем разрабатывать и использовать, да, наверное, сейчас? Нет, там вообще в целом очень ограниченный доступ к внутренностям CAML, потому что CAML сам по себе постоянно улучшается и постоянно происходит новая версия CAML. У нас основная проблема, что мы хотим, чтобы наш контент, который работал в CPI, он был не требовал никакого обслуживания. То есть то, что сделали iFlow, сделали 2-3 года назад, идеально, чтобы они работали дальше без всяких миграций. И поэтому мы не хотим, чтобы был такой максимальный доступ в CAML, потому что с следующей версией CAML вот именно этот механизм не будет работать, а будет какой-то другой. И вот идея такая, что те iFlow, которые вы делаете, вот они конвертируются в CAML текущей версии, которую мы сейчас поддерживаем, а может быть через 2 года это будет конвертироваться в другой CAML. Вот поэтому, конечно, с точки зрения адаптеров там картина немножко другая, но поэтому, собственно, всегда вот рекомендации использовать только функции iFlow, чтобы максимально было compatible с будущими версиями. Рассматривался ли вопрос о апгрейде до 3-го CAML уже до последнего? Конечно. У нас есть такое, конечно, такая работа идет полным ходом. Просто не все так просто, потому что нужно было нам сначала перейти на новую версию Java, которая потом на ту версию CAML, которая поддерживается новой версией Java, а потом перейти на другую версию Java, а потом перейти на новую версию CAML. То есть это такой процесс, к сожалению, достаточно трудоемкий. И вот да, но он идет. То есть надо взять последнюю там Яву LTS, которая, да, наверное, под нее попытаться затащить этот CAML. Ну, спасибо за ответ, мне было это очень интересно. Вот еще тут вопрос в чате. Планы на мониторинг в CPI, в частности, интересует Overview View из ПО мониторинга. Ну, там, где мы в ПО в Пимон заходим, Overview у нас там есть такой, там, шахматка, условно говоря, удобная такая простыня, чтобы каждое утро смотреть. Видимо, про нее идет речь в вопросе. Я не могу точно. Я не уверен, что это сейчас вот в ближайшее время будет сделано. То есть думаю, что нет. Есть у нас сейчас работа идет, кстати, на бизнес. Partner Trader Management, там будет другой мониторинг для этих вещей, когда у вас есть большое количество различных бизнес-партнеров, у них небольшие различия в мейпингах, и вот все вот это центрально должно мониторить. То есть это будет свой новый мониторинг в рамках Integration Suite, только для вот этой компоненты. Вот. А, к сожалению, я могу сказать, что вот в родном мониторинге будут какие-то вот такие дэшпот. И еще вариант – это есть возможность, есть OData API, и мы предоставляем все API для мониторинга, то есть можно, в принципе, делать эти мониторы самим overview. Вот как-то так. Еще вопрос из чата. Если коллеги в зале есть вопросы, поднимайте руку. Вопрос из чата. Когда добавите степ с логированием, вопрос постоянно приходится скрипт добавлять. Значит, пока что не планируется такого улучшения, потому что есть трейсинг, который вот вы можете его на какое-то время включить и иметь полный доступ на все. С точки зрения логирования, где вопрос, то есть этот способ известен, с помощью скрипта можно делать лог, но дальше его развивать в настоящее время не планируется. А у меня еще тогда вот к этому вопрос. Есть же message persist, который, в принципе, для этого и предназначен. То есть мы втыкаем persist, но для того, чтобы просматривать эти persist-ные сообщения, надо через OData лезть. Может быть, какую-то плашку в мониторинг воткнуть, чтобы можно было именно persist-ы просматривать? И тогда это бы вопрос решился. Мы добавляем persist, не нужен скрипт логирования, и именно вот эту вещь в Operation View, там, где в мониторинге смотрим, можно было бы просматривать как вариант. Как тебе такое?
На самом деле, ведь если вы делаете в скрипте, вы делаете attachment, вы, в общем-то, прямо в текущем мониторинге вы все видите, все attachment'ы. Да-да-да, со скриптом понятно, то есть это все работает, и mm-hmm. вопрос был про скрипт, да, понятно, а мой вопрос именно про persist. Там же есть плашка, кирпичик message persist, именно он, когда сохраняет в какое-то хранилище, которое мы через OData можем считывать. Это не data store, это там mm-hmm. какой-то этот... Message store. Ну, да. Не знаю, как эта часть, но его можно читать, и, в принципе, он для логирования очень как раз и подходит замечательно. Что он не засоряет message processing log, не засоряет эти 1 гигабайт в 24 часа, там, и все очень удобно, только его вытаскивать это невозможно. Именно, да, именно, понимаете, он не засоряет 1 гигабайт в 24 часа именно потому, что его никто не использует. Потому что если только его начнут использовать, то будет та же самая проблема, что и с attachment. Потому что изначально у нас просто 30 гигабайтов на один tenant, так вот рассчитано. Если очень активно использовать вот эти все логинги, то просто очень активно все это заполняется. И, в общем-то, поэтому это не сильно развивается, потому что есть такой как бы предел, который мы не хотим, чтобы он переходил. Вот, наверное, такой небольшой инсайт. Тогда вот как идея, допустим, была бы просто какая-то файловая система в облаке, там, с какими-то нотами, куда бы мы сами могли бы что-то писать. Но это не SFTP, а просто именно облачная файловая система, там, NFS какой-нибудь на Linux. Мы бы сами туда, как пользователи CPI, писали, сами удаляли и логировали бы, как хотели. Все правильно. Но для этого, допустим, есть JDBC-адаптер. Это такой вообще технический... Ну, да, конечно, есть, во-первых, есть клиенты, которые используют другие логинг-системы и просто используют HTTP-адаптер или из того же скрипта вы можете просто поставить HTTP-сообщение куда-то, там, welk, и просто туда загрузить все, что вам нужно, и там мониторить. Так есть, и вы можете это делать еще более такой end-to-end, получается, мониторинг. Что касается файловой системы, простой очень, как бы, идея логичная, но в Neo не было возможности вот так вот подключать свои Neo-системы. И еще есть такая тоже нюанс, что CPI, он работает как сервис, на который вы подписываетесь. Он не работает в вашей инфраструктуре клауда, не работает в вашем аккаунте. То есть любые сервисы, которые работают в вашем аккаунте, вы не можете вот так вот прямую соединить с рантаймом, который работает от Cloud Integration. То есть он работает как бы со стороны SAP. И все ресурсы, которые позволяют интегрироваться вот с этим рантаймом, они как бы от нас. То есть вы не можете свою файловую систему так вот просто подключить. Вот. Поэтому вот такая вот как бы проблема. Ну что вот как вариант? Это JDBC-адаптер. Если у вас есть база данных, вы можете с помощью JDBC-адаптера записывать туда любую информацию, в том числе логи. Либо использовать HTTP-connection куда-то во внешний application, который тоже хранят ваши логи. SFTP тоже простой способ. Вы используете SFTP-адаптер и просто записываете payload с помощью SFTP-адаптера куда угодно. Ага, спасибо. Так, из чата еще два вопроса. Ренат, повыше, пожалуйста, пролистай. Там вопрос Сергея Грыжина был про очереди. Так, вопрос. Поддержка очередей, перезапуск, отмена сообщений. Когда? Вопрос, видимо... Давайте я офлайн, его, наверное, лучше офлайн, потому что... Ага. Если можно, да, ему как-то я его... Сейчас, mm-hmm. как я вообще... Сейчас я попробую найти все-таки чат. Я не могу сам найти. Если вы можете, email. Тогда вот если... Давайте офлайн эти вопросы разберем, потому что, по-моему, ничего такого нового в этой области не планируется. Я могу ошибаться, но я могу уточнить. Так, потому что вопрос... у нас достаточно... Да, это по поводу GMS или где в принципе есть возможность удалить... И есть возможность... А, да, вот это как бы, наверное, про GMS, да? Ведь там есть какая-то внутренняя механизм. А если вас он не устраивает, то вы можете делать ретраи и все
как бы с помощью дополнительной queue и из дополнительного iFlow. Вы можете как бы моделировать вот этот процесс, что происходит, если сообщение неудачно отправилось, вы можете отправить его в другой queue, оттуда вы можете его почитать опять и так далее. Вот такой механизм вот он есть, и я так понимаю, что пока что он так и планируется дальше. Ага, но вот я вот рассказал про Customer Influence Program, то есть вот вы туда, пожалуйста, записывайте все ваши заявки, и тогда, возможно, вот будет еще какой-то ответ на это все, и будет такая более... Ну, ваша заявка не будет просто вот так вот, она будет зафиксирована, и будет на нее какой-то ответ официально. Так, еще, наверное, последний вопрос, если более новых не поступит. Да, сейчас минутку я подойду. Да, привет, Илья. У меня вопрос по процессу оркестрейшн. Я вот услышал, что планируется его поддержка до 30-го года. Вот. А поддержка Java 8, насколько я помню, заканчивается в 25-м году. То есть верно ли, что планируется обновление Java для процесса оркестрейшна, или планируется просто использовать какую-то SAP-машину под это и не обновлять версию Java, в принципе. Спасибо. Я точно, вот мне кажется, что Java 8 будет поддерживаться ровно столько, сколько сделано в официальном заявлении SAP по поводу NetWeaver. То есть, мне кажется, это вот именно связанные между собой вещи. Я вот не совсем в этой теме, но мне кажется, что, может быть, там это будет какая-то простая поддержка Java 8, а может быть, какая-то дополнительная будет до 30-го. Я думаю, что SAP не могут, в принципе, обещать вот этот этого года, если бы не было официального информации от Oracle. Поэтому не планируется никаких дальнейших миграций. Это очень сложный процесс. Обновить новую версию Java, там, это очень сложно. Поэтому, собственно, вот это было такое спасение от Oracle, что они поддерживают Java так долго, Java 8 так долго. И это как бы нам дало возможность поддержать и NetWeaver тоже так же долго. Потому что иначе нужно новый делать релиз, а это очень большие инвестиции. Пока что это не планируется вообще. Еще вопрос последний, наверное. Добрый день. В России много компаний, которые государственные или полугосударственные. Соответственно, они выдвигают повышенные требования к безопасности, так как, то есть не все готовы хранить или обрабатывать свои данные в облаках на удаленных серверах, информацию, составляющую коммерческую тайну или персданные. Вопрос. Возможно ли будет разворачивать Integration Suite в дата-центре компании локально, как SAP ПО, и что для этого потребуется? Ну, насколько я понимаю, это пока что не планируется в первую очередь. То есть мы в первую очередь планируем это то, что будет наш Integration Suite развернут в Cloud Foundry, а runtime можно делать on-premise. Но то, чтобы полностью все загрузить в on-premise, это пока что нету такого, как рассматривается. То есть, наверное, все-таки идея такая, что у нас будет возможность в России создавать какие-то Cloud Foundry будет, который будет удовлетворять всем вот законам, и тогда можно будет это все равно делать в Public Cloud. Но вопрос понятен, да. Я думаю, что это не только в России такая проблема есть, но пока что это не первое. А кажется, в прошлом году или позапрошлом году была какая-то программа у SAP, в которой рассказывалось, что гигантские компании, гигантские потребители могут договариваться и совместно в ЦОДе SAP как-то себе выделять какую-то ячейку, типа компании уровня там Бундесвера немецкого, то есть огромная такая организация, ну или там, я не знаю, Deutsche Bank, может быть. То есть, кажется, было такое инфраструктурное решение по совместному владению части дата-центра САПовского, так, чтобы это было как-то под контролем компании. Такое было или, мне кажется, может, ошибка? Не помнишь случайно? Я точно не могу. Я знаю, что, вот, допустим, в Америке такое есть, называется NS2. То есть там есть такие требования, то же самое, что в России. Требуется, чтобы полностью все делалось лицензированными людьми, весь ОПС и все полностью. И у нас это поддерживается.
То есть, наверное, что такое возможно и в России. Вопрос в том, когда до этого дойдет очередь. То есть, наверное, такой, в принципе, такой, конечно, возможно. И мы такое делаем в NS2. Так, спасибо большое, Илья. Тогда более новые вопросы мы пришлем тебе по почте, сагрегируем. Да. Сейчас тогда не будем углубляться в детали. Было очень интересно, особенно про Integration Cell, и спасибо за раскрытие планов. Нам в России это очень интересно, понимать, куда мы движемся и что нам интеграторам делать с этим. Спасибо вам большое. Да, надеюсь, в следующем году смогу лично приехать. В общем, всем пока. До свидания. До свидания. Спасибо, Илья, большое. Пока-пока.